Члены предвыборного штаба партии «Аманат» ответили на вопросы, связанные со строительством нового жилья, ремонтом дорог и безработицей. Кандидаты в депутаты встретились с избирателями Павлодарской области. Рассказали им о своей предвыборной программе и подняли ряд социальных тем, связанных с модернизацией инженерно-коммунальной инфраструктуры и созданием условий для самореализации молодежи. Встречу партийцы провели и с коллективом Экибастузской ГРЭС-1. Темой для обсуждения там стала защита прав трудящихся. Все мы хотим жить в достатке и безопасности, чтобы будущее наших детей было безоблачным. Если каждый гражданин будет принимать активное участие в жизни государства, то эта цель вполне достижима.